добрый день. Покажу, как сегодня чувствует себя наш вернер, наш вьюнок. Его мы тут поставили на окошечко, стройка идет. Ему тут прям на солнышке хорошо. Вот он весь уже окрасился в разный сиреневый цвет. На солнце он уже больше недели. Красота! Это прошлогодний, да, Вася? Нет? Все этого года? А прошлогодний не сохранился? Пропал, да? Вот не пережил. Значит, он у нас зиму. Ну, вот с декабря, да, он, я так понимаю? Нет? Это было 15 января посев. Удивительно. Но он прямо догнал и перегнал все остальные перцы. Молодечек. 15 января посев. И они все одновременно сеялись, да? Да. Ну, вот, а растут, как и дети. Одни большие, другие маленькие. Одни высокие, другие низкие. Одни отстают в росте. Вот маленький кустик этот. Побольше этот самый большой куст. Я считала, что ты их в разное время сеял, честно говоря. Это муж занимается, а я только помогаю. У меня общественные связи. Вот. А я только хвастаюсь. Всех, что было у всех, вот все было хорошо. Чтоб жизнь была такая полная, насыщенная, как перец вернер. Самый, по-моему, он жизнерадостный. Он такой урожайный. И такой красивый. Чудо!